Беспилотники – незаменимые помощники спасателей. В прошлом году они хорошо зарекомендовали себя как во время весеннего паводка, так и во время летних лесных пожаров. Во время паводков в Кувандыкском городском округе мы ее применяли, во время тушения природных пожаров, это в Оренбургском районе, в Саракташском районе, на востоке области. У нас вот 6 одного типа аппаратов и один, он довольно-таки увесистый, может подниматься на высоту до километра. У него, установлен тепловизор, он может искать человека, может, пострадавшего. Управлять такой техникой непросто. Оборудование не только дорогостоящее, но и технически сложное. Поэтому работать с квадрокоптерами разрешается только людям, прошедшим специальное обучение. Оренбургских специалистов учил начальник группы беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств Волжского спасательного центра Самары. Пилотная авиация в МЧС сейчас развивается очень быстрыми шагами. Должен быть по приказу министра беспилотный аппарат у каждого практически пожарного, чтобы в случае обнаружения каких-то возгораний быстро прийти на место и обозначить место, передать координаты, либо самому ликвидировать, либо вызвать еще расчеты. Сертификаты, дающие право управлять беспилотниками, оренбургские спасатели получили как раз вовремя. Весенний паводок уже не за горами, и теперь у спасателей из районов области есть больше возможностей для ликвидации его последствий. Нам это очень помогает, так как есть недоступные места, и куда человек не может пройти, естественно, вот воспользуется техникой. На западе у нас, вы сами знаете, расположен Блудский бор и русло реки Самара. Для более эффективного, сейчас таяние снега идет у нас, это для разведки русла реки. А летом, естественно, если лесные пожары случаются, то для разведывания очагов пожара. Беспилотники не останутся без работы в любое время года. Спасатели используют их не только для определения локализации паводка или лесного пожара. Квадрокоптеры используют и для поиска потерявшихся людей. Карин Тумасова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.